Друзья, всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами решением одной проблемы. Проблема заключается в том, что Mac у меня не перегружается. То есть я говорю ему перезагрузиться, он банально зависает. Даже если я захочу его выключить, я смогу его выключить только принудительно. Вот смотрите, что происходит. Говорю перезагрузить. Окей. И вот теперь смотрите. Компьютер, по сути, вот он пошел перезагружаться, но у меня вот остался вот такой вот курсорчик. А экран, конечно, у меня не совсем чистый. И, в принципе, на этом все. То есть клавиатура при этом остается у вас активная. И как бы Mac ни на что дальше не реагирует. А перезагрузить или выключить компьютер можно только вот таким способом. Все, вот он у меня полностью выключился. Теперь мы его включаем. Все, Mac начал включаться. Это займет какое-то там время, там буквально 1-2 секунды. Так, ну вот Mac включился. Так, ввожу пароль. Мне загрузится, и я вам покажу, в принципе, в чем заключается данная проблема. Так, ну вот он мне говорит, что какая-то программа была не закрыта корректно, хотите открыть? Я говорю, нет, мне не надо. Так, компьютер загрузился, переходим в утилиты. Так, и вот то, что нам надо, терминал. Открываем терминал и предварительно еще консоль. А теперь смотрите, что происходит. Вот видите вот этот сервис, Launch Service. Вот он говорит, что у него ошибки. Database Mapping Failed with Result. Это означает, что по сути нарушена вот база данных. И решение этой проблемы, ну, честно говоря, очень довольно-таки банальное. Apple конкретно вам не подскажет, в основном все рекомендации, они склоняются к тому, что вам надо полностью переустановить вашу операционку. Вот, но на самом деле вот проблема заключается в Launch сервисе, иногда вот эта вот база данных ломается, и ее просто банально необходимо пересоздать. И только в этом случае вы сможете решить вашу проблему, по-другому, к сожалению, вот никак. Так, вот я предварительно открыл терминал, и у меня уже есть, собственно говоря, команда, которая может мне помочь. Вот, по сути, две команды. Вот первая команда. Так, пароль требует. Так. И вторая команда. Все тоже скопирую. Вот она. Вот видите, куча просто ошибок. Все, база пересоздана. Ну, теперь проверяем. Перезагрузить. Да. Рестарт. Опа. Все заработало. Все отлично. Mac перезагружается, и проблема решена. На самом деле, ну, проблема довольно-таки, скажем так, частая. И нету конкретно каких-то вот описаний, как решить эту проблему. И, честно говоря, очень удивлен, что... Почему на официальном сайте нету, как вот, можно решить эту проблему. Но надеюсь, это видео вам будет полезно. Извините, если качество такое плохое, как бы снимаю вечером. Вот буквально недавно нашел решение этой проблемы. Надеюсь, если у вас такая же самая проблема была, как у меня, вы ее решите и будете довольны. Все, всем хорошего дня или вечера. Всем пока.